Друзья, 2020 изменил понятие норм. Но принес ли он нам только негативные перемены? Кризис заставляет находить альтернативные сценарии для развития. Вместе с вами мы смогли найти пути для трансформации кризиса в окно возможностей для российского бизнеса. Только весной 2020 во время глобального карантина продажи российских продавцов за границу увеличились на 100% в самых разных категориях. Позитивная динамика продолжилась и осенью. Некоторые категории выросли в десятки раз. Наше сообщество продолжает расти. Только за полгода на нашей платформе совершили свою первую продажу более 12 тысяч новых продавцов. Как же это стало возможным в условиях пандемии? Во-первых, мы защитили существующих продавцов от последствий локдауна. В апреле мы запустили программу по защите показателей и оценок работы продавцов. Увеличили расчетные сроки доставки для продавцов из России покупателям за границей. Запустили горячую линию с Почтой России для обработки претензий на экспорт eBay.com. Для профессиональных продавцов, подписчиков объявлений была сделана отсрочка для уплаты сборов eBay. Все продавцы получили возможность выставить большее количество бесплатных объявлений. Во-вторых, в этом году мы вывели на экспорт 12 тысяч новых продавцов из России. Мы инвестировали 100 миллионов рублей в программу поддержки экспорта малого и среднего бизнеса. Более чем 100 крупным компаниям была предоставлена персональная поддержка для выхода на экспорт. Совместно с РЭЦ и региональными центрами поддержки экспорта мы запустили программы по выводу МСП на eBay в 8 регионах. Благодаря этой программе многие компании из регионов получили аккаунты eBay под ключ и смогли сразу начать продажи. Развитие экспорта возможно только с надежной и конкурентной логистикой. В дополнение к уже интегрированным провайдерам, совместно с курьерской службой Boxberry мы запустили новый экспортный продукт для ускоренной отправки товаров в США и в Европу. Этот сервис станет доступен всем экспортерам уже в 2021 году. Для наиболее крупных продавцов на eBay из России мы запустили программы поддержки Gold и Silver, включающие телефонную линию, личного менеджера и дополнительные инструменты роста на eBay. Мы продолжаем развитие нашего портала для продавцов «Экспорт eBay.com». Мы собрали всю актуальную информацию и новости e-commerce, советы для продавцов, а также истории успеха российских экспортеров. Теперь на портале появился экспортный рейтинг регионов России. В 2020-м самыми активными за пределами Москвы и Санкт-Петербурга стали Свердловская область, Краснодарский край и Самарская область. На «Экспорт eBay.com» теперь есть форма обратной связи. Делитесь вашими историями успеха или трудностями с нами. Наш инструмент для развития международных продаж eBayMag.com получил новые функции для экспортеров. Более 7500 продавцов уже пользуются eBayMag.com, чтобы размещать листинги одновременно на нескольких сайтах eBay и использовать логистические продукты. Команда eBay вместе с партнерами продолжает работу над развитием российского розничного онлайн-экспорта. Совместно с Data Insight мы провели уже 4-е исследование рынка. Спасибо всем тем, кто принял в нем участие. Результаты 2020 года можно будет посмотреть на портале для продавцов. Сообщество продавцов eBay ВКонтакте и Facebook выросли до 40 тысяч подписчиков. Мы также запустили профиль в Instagram с полезными новостями. Весь год мы делились историями успеха наших продавцов. Что принесет нам 2021 год? С уверенностью могу сказать одно, что пока мы остаемся вместе, ищем возможности и преобразовываем их в точки роста, ни один кризис не сможет остановить нас. В будущем году я желаю вам открытых горизонтов в бизнесе и в жизни. Но главное – это здоровье и благополучие вам и вашим родным. Спасибо за ваш бизнес вместе с eBay. Все получится.